тот поймет. До 3-2 раз наш шансон рэп. Поехали. Пацаны, лови историю печальную об одной профессии крайне отчаянной. Эй, девчуля, слышишь, сразу глазки три. Вот тебе true story о футбольном рефери. Помазанник Фемиды, он наделен свиском. Внешне просто мачо, писать кипятком. Только от чего-то счастья нет в глазах. Ни за одной командой нынче не в ладах. Тем пенальти ставит, тем наоборот. Тут кричат подонок, там кричат урод. А тугом в кармане слухи словно псы. Словно парень спутал сразу все рамсы. Нелюбимый он, так нельзя, ну добрей. Русского судью пожалей, обогрей, обогрей, обогрей. Кто виновен в этом? Может, я или ты? Ты в России наши чудо-арбитры. Латышева память, золотой свисток. Это хел какой-то, но никак не ок. Каждый тур посадки, шмоны и вообще. А в ответ лишь вздохи суперважных щей. Трели судей чё-то вызывают вор. Нам же писа надо от Москвы до гор. Нелюбимый он, так нельзя, ну добрей. Русского судью пожалей, обогрей. Ну добрей, русского судью пожалей, обогрей, денег дай, обогрей, обогрей. Конец рэпчины смею донести фанам и командам, судьям, всем и СМИ. Леопольда слово, что мяукал так. Пацаны, дружнее будет все ништяк. Нелюбимый он, так нельзя, ну добрей. Давай, Егоров. Русского судью пожалей. Свести исков. Обогрей. Обогрей.